Так, мы приехали. Я с работы, Анюта с садика. Вон она показывает. Смотри. Ой, хотела показать. Смотрите, какая интересная штучка. Это называется туалет. Конфета такая. Берешь чупа-чупс, открываешь крышку и туда макаешь чупа-чупсом в унитаз. А в унитазе там... Какая кислая, Анют? А, не кислая, чуть-чуть кислая. Ну, немножко кислая, да? Угу. Там такая, короче... Шипучка такая. Шипучка. Вот, ты макаешь и сосешь. Конфеты вот, понимаете ли. Вот такие интересные. Вот. Я вообще хотела сказать другое, и увидела унитаз этот, и, блин, и сразу рассказала про унитаз. Хотела сказать, что я пошла на тренировку. Я теперь буду ходить на тренировку. Про Анюту я сказала, что она на гимнастику. Теперь я тренируюсь. Я пошла на джампинг. И я так отскакала. Это капец. Что у меня сейчас болит все. Я не могу садиться просто. У меня руки не двигаются. Я сегодня работала вот так, как робот. Но это такой драйв, это такой огонь просто. Я потом короткое видео сделаю там, где, ну, чтобы людей не выкладывать, где я там скачу. Вот, завтра опять. Вот я с больным телом, я не знаю, как я завтра пойду. Вот. А еще завтра мы поедем на кладбище. Вот. Какое? Перед Пасхой мы всегда ездим убираться, ну, я думаю, все так делают. Вот. И поедем завтра убираться. Тоже что-нибудь засниму, покажу, как мы ездим. Хорошего вечера.